Очень много знакомых лиц. Кто-то из ребят уже участвовал в прошлых сезонах. Есть и новые лица. Еще раз хочу поблагодарить в очередной раз наших партнеров. Это 9 компаний с мировым именем. Мы сегодня дарим очень много призов. И задания сегодня будут гораздо сложнее, чем в прошлые разы. Это связано с тем, что наш чемпионат растет. Видите, площадка гораздо больше. И по размеру, и по количеству постов. Также мы сохранили традиции того, что было уже хорошо сделано, потому что этот чемпионат уже проводится в 7-й раз. Это и удаленное видеозадание, это, по сути, совместное создание заданий с партнерами, такая большая коллаборация. Поэтому использовали все достижения, которые мы, так сказать, к этому моменту создали. И сегодня очередной этап – это новая ступенька, которую мы хотим взять. К счастью, невзирая на такие жестко разработанные технологии самыми разными западными производителями, у нас периодически где-то в глубине России рождаются самородки, которые могут сделать качественно и очень быстро те работы, которые по нормативам даже чуть дольше времени должны занимать. Так что, надеюсь, сегодня мы таких ребят и увидим в финале. То, что здесь сейчас происходит, это, можно сказать, куются кадры. Потому что, как я говорил на своей приветственной фразе, главное для нас – это улыбка клиента. А она достигается только тогда, когда механики и мастера являются профессионалами истины своего дела. И сейчас у них есть отличная возможность это доказать. Поэтому та бодрость духа и дух соперничества, и желание победить, которые сейчас витают, они делают эту приятную атмосферу. Впечатления замечательные, как обычно. Чемпионат – это по-настоящему место сбора профессионалов, тех, кто хочет двигаться вперед. Мы с ними всегда заодно, поэтому поддерживаем конкурс уже, наверное, 5-й или 6-й год подряд. В общем, интересное мероприятие, новая площадка, приспособленная для этих целей, пропитанная духом автомобилей. Это очень приятно, в общем, находиться в компании
профессионала своего дела, еще и, в общем, в действующем автосервисе такого размера. Так что здесь большой привет организаторам.